Больше хитов, больше музыки. Биби Рекса. The Weeknd. Дуа Липа. Пост Малон. LP. Бурито. Больше хитов, больше музыки. Европа Плюс. А, и вот, мы в эфире, да, это третий день, куда смотреть, где моя камера? Третий день Royal After Show в Санкт-Петербурге, Экспо-форум. Всем доброе утро, это открытая студия, меня зовут Сережа Матвиенко. Сегодня будет много интересного, если вы только проснулись, выкарабкивайтесь из постели и все едьте сюда, в Экспо-форум. А все, кто уже здесь, вам еще раз пламенный привет. От всей команды Evil Empire, от всех организаторов Royal After Show. В общем, у нас начала свою работу открытая студия. И в гостях у нас учредитель, организатор, создатель, основатель. Как тебя еще называть? В общем, команда Black and White и господин Илкин. Привет! Всем привет! Че пришел? Рассказывай. На самом деле мы выставили несколько экспонатов, если можно назвать их экспонатом. Вчера стояла 570-й Lexus, самый известный, можно сказать, в России. Также мы предоставили Ниву, прицеп, то есть, ну, как бы много всякого интересного. Ты хочешь сказать, что твой Lexus самый известный в России? Не только в России. Да хорош, что? Я тебе серьезно говорю. Нет ни одного Lexus, который знают лучше, чем твой? Да. В любой дилер заезжаешь, и эту машину все знают. Вот вы молодой человек в красной футболке. Вы знаете его Lexus? Какого цвета он? Сейчас бело-красный. Нет, а вот он и белый. Нет. Никто не успевает следить за тем, как меняется цвет у этого известного в России Лексуса. Сейчас он черно-белый. Нет, белый с черной мордой, там полосочки. Видите, вот я все знаю про этот суперизвестный Lexus. Итак, я в двух словах расскажу для тех, кто не знает. У меня в гостях известный автоблогер, который по описанию его канала снимает просто трудовые будни. Вот типа они говорят, что это наши будни трудовые, мы так вот работаем. То есть кто-то фигачит в офисе, а ребята берут тачки и катаются на них просто везде, по бездорожью, по асфальту, на чем угодно. У вас полно оффроудовских проектов, у вас много асфальтных, стритрейсеровских, дрифтовых. К чему больше всего лежит душа? Вот. Если честно, больше к дрифту. То есть это дрифт по асфальту, все-таки. Да, все-таки там больше адреналина, больше... Все-таки дрифт, поэтому, блин, Lexus, да? Не, ну Lexus для чего нужен? Для того, чтобы таскать. То есть ты можешь таскать все, что хочешь. Можно таскать дрифт-машину, можно таскать там оффроуд проект. То есть если ты куда-то ездишь, вот мы недавно в Петрозаводск ездили, там цепляли там чайзер у него и поехали. То есть это та машина, которая может спокойно тебя довести куда нужно и без всяких проблем.
Ты так серьезно настроен на разговор. Если честно, еще не проснулся. Я вот смотрю на буквы, которые мне написали, они у меня немного расплываются. Ты почему выбрал Lexus? Потому что самая удобная тачка? Или что? Самая практичная и безопасная, наверное, можно так практичная сказать. Практичная и безопасная. Вот каждый автоблогер приходит ко мне и хвалит свою тачку. Костя, я не хвалю, просто это все знают. Костя, академик, вчера приходил, говорит, ну что, ну вот я езжу на Range Rover, он очень удобный, практичный. Что еще нужно от автомобиля? Ты сегодня говоришь про Lexus. Ребята, я езжу на Infiniti, удобный, практичный автомобиль. Так он тоже японец. Если надо кого-то зацепить, подвести, ну какого-то человека, допустим, меня, он с удовольствием это делает, и у него красивый цвет. Так, вот смотри, у вас... Было несколько опытов с большими тачками, прям с грузовиками, да? И какая-то для меня непонятная история есть с КамАЗ-мастером. Давай, плесни сюда света на это темное пятно. Ну, не скажу, откуда он появился. Откуда появился? Почему ты, вот ты, Black, вот там где-то рядом с тобой White, и между вами КамАЗ-мастер, блин? Ну... Как скажу, он у нас давно, с 2010 года, то есть это наша семейная машина. Ты даже в него поместиться не можешь. Ну да, вот, пытаюсь. В КамАЗ посмотрите на экран. Не может поместиться человек. Да, кое-как залез. Там, ну, как бы это настоящий КамАЗ с Дакара, там все как нужно. Это раллийный КамАЗ. Да, это раллийный КамАЗ. Это боевой, на котором можно сесть и лупить Париж-Дакар, да? Вот да, но никак по городу, как мы это делали, и как бы мы чуть-чуть осознали свою мизу. Можно сказать. Но на самом деле так скажу про машину. То, что машина, вот несмотря на свои размеры, она управляется как спортивный автомобиль. Кайфанул? Я, да, можно сказать, кайфанул. Парковаться неудобно, да? Парковаться, да. Если по Рубинштейна, по Рубинштейна поедешь, хапанешь проблем, да, мне кажется? Мне кажется, да. То есть просто тупо не заметишь, кто будет выезжать с парковки. Но он у вас сейчас есть, он на ходу? Да, он стоит, все хорошо. У нас недавно была проблема с ним. Развалился передний левый шрус, ну, как бы шрус, там, привод, можно сказать, и очень долго, ну, к сожалению, ребята были на соревнованиях, везде вот ездили, и я, как бы, пытался найти связь, ну, как бы, в итоге не получилось, но мы сами, как бы, взяли правую сторону, разобрали и сделали аналогично левую, то есть собрали, все, теперь машина на ходу, все как нужно, то есть. Вы прям вот, я говорил Ишхану привезти, он говорит, нет, КамАЗ уже здесь будет. Я говорю, ну хорошо. А, вы не, тут да. Два КамАЗа. А один КамАЗ-мастер, другой вот КамАЗ. Ну был бы третий. Тысячу сил уже, да. Это был бы третий. Надо было Урал тащить. Что у вас с Уралом, кстати? Слушай, Урал мы взяли, это проект «Дом на колесах», это моего дяди. «Дом на колесах». Да, мы будем делать «Дом на колесах», будет два этажа. То есть Урал мы брали практически новым. То есть эта машина вот прямо с Урала то оттуда приехала. И она только доехала до Грузии и обратно. Все, и она стояла все это время. То есть там пробег, наверное, 1006. Новая тачка. Просто это вот ты в нем делать. Сейчас, да? Да. Мы сейчас будем это все внутри как бы менять. И будем крышу пилить и поднимать, ну, как веранда будет, короче. Так, это подожди. Круто. Можно ли передвигаться с таким высоким Нет, домом? Нет, оно будет складываться. То есть там будет гидравлический цилиндр, это просто как получается навес. То есть он будет выезжать, у тебя крыша нынешняя будет полом, и все. И вторая часть просто будет закрывать ее, когда ты будешь передвигаться. Почему Урал? Вот, вот как вам пришло в голову взять Урал? У нас иногда мы не думаем, что мы делаем, мы просто хотим Урал, все. Как бы Урал, потому что может быть надежно и... Не знаю, морда длинная и безопасная. Вот за это, вот это Урал, вот, да? Совершенно верно, да. Вот такую часть мы будем делать. То есть, смотри, ты сейчас там стоишь в полный рост, и тебе нормально. Ты да, здоровый вполне, мужик. Вполне. И ты хочешь еще поднять. Да, у нас там жарко, вот в Грузии бывает. Из-за этого, как бы, когда ты в горы поднимаешься, это же дом на колесах в горах, такой ветерок приятный, и хочется иногда сидеть сверху. Вот так вот. В Грузии они ездят просто по горам в доме на колесах. Потащит? Он же мощный. Слушай, да. Да, кайф. Он очень мощный. И причем он очень комфортный. Последний вот, Урал прям очень крутой. Вот Урал, это первый такой огромный проект? Ну, в смысле, по габаритам? Да, можно сказать, да. Ну, то есть ты же в основном не Урал делаешь, ты делаешь кабину, которая сзади находится. Mm-hmm. Вот я его снял, Урал откатил, снял кабину, и сейчас мы будем делать кабину. Только кабину делаете? Никак пока что, да. Внутренности не лезете? А смысл? Там все новое. То есть просто это та часть, которая просто привозит кабину куда надо, и все.
А какого цвета будет? Красивый будет? Слушай, по цвету пока не определились. Надо переговорить с дядей. То есть, с дядей? Да, да, да. Ты делаешь под дядю. То есть дядя говорит, я не ты это все решаешь. Дядя говорит, хочу Урал вас. А ты не расслышал. Дядя сказал, я хочу на Урал. Отвези меня из Грузии на Урал. А ты пригнал ему тачку. И говоришь, я тебе второй этаж здесь построю. Я думал, это у армяне такое, что они хотят все побольше построить. Если есть одноэтажное здание, нужно еще этаж. Двухэтажное, еще этаж. А у вас в Грузии такая же история. Все, надстроим второй этаж. Так, еще Нива. Нива 500 сил. Она, да, у вас она... есть такой проект. Яркий проект. Вот, тоже русское авто. Вот она на картинке. Где крыша? Крышу мы спилили, чтобы сделать как крылья чайки, то есть это будет такое, знаешь, и летом, вот, допустим, в данную погоду можно просто снимать и ездить, как бы кайфовать, но, к сожалению, когда открыта крыша, лучше, конечно, дуги, потому что это все-таки безопасность, и как бы сперва то есть... сделали так, а потом уже добавили трубы, и уже потом решили вообще закрыть это все, чтобы, ну, когда там дождливая погода, закрыл, там, ну, открываешь двери, катаешься тоже. То есть там нет дверей? Ну, это на этой картинке нету. То есть есть сейчас она выглядит по-другому абсолютно. Сейчас у нее есть крыша пластиковая и двери, как у крылья чарки Мерседес, чайка. Ну, СЛС старый. Вверх открыл. Да. Дверь, которые открываются вверх на Ниве. Ты понимаешь, что до двери Нивы тяжело дотянуться и так, а тут ее еще надо вверх поднять. У нас петли есть, то что если что, то оп, закрыл. Все хорошо. Ты дергаешь за веревочку, и дверь закрывается? Ну, можешь сказать, это как да? в красной шапочке. Так, что, скажи, вот давай так, вот у меня тут дофига вопросов, давай просто поболтаем. Давай. Вот так даже проще, мне кажется. Твой любимый проект? Просто сотка. Это, ну, как бы любимый, потому что он универсальный. Это просто сотка, ты понял, о чем я говорю? Вообще не понимаю. Это Land Cruiser 100. Так. Тоже срезана крыша, сделан каркас, это багги. То есть у него силовой бампер спереди, сзади, два колеса вертикально стоят тоже сзади. Ну, высокие на 37-х катках, то есть, ну, прям такая дикая, просто открытая, ну, багги. Багги только в виде сотки. Мотор 4,7, автомат, просто сидишь, у где тебя 4 она? Ковша, а я сейчас подарил его дяде. Я сейчас ему собираю. Что там за дядя? Я хочу быть этим дядей, реально. Он тобой манипулирует, он тебя заставляет. Нет, не манипулирует, просто хороший дядя, иногда хочется хорошие подарки делать. Так что мы его также, ну, ребята видели все, мы его покатались на нем, мы его сейчас разобрали, и так как я дарю его дяде, мне надо его собрать идеально, чтобы как бы, ну... А, я думал, так как я дарю его дяде, я оттуда вытащу мотор. Не-не-не, вот, просто, ну, там... наоборот так. У нас все-таки уважение есть, и мы наоборот все лучше как бы отдаем взрослым, потому что в свое время они сделали для нас много чего. Вот скажи, ты прям богатый, да? Ну, мы богаты, семья, то есть не только деньгами, всем добротой, вот душой. Сколько бабла, я всем задаю этот вопрос, сколько бабла уходят на проекты? Ну вот, допустим, возьмем Ниву, да, Жекину Ниву, мы там у нас ушло, вот Жека потратил на нее где-то 1,2-1,3. То есть на Ниву, то есть это не просто взял там, а ты постоянно переделываешь, что-то там одно купил, поменял, то есть, потому что ну, что-то не подошло. Вот, допустим, сотка, у нас на сотку ушло минимальное, то есть это машины там 200-300, это так получилось. И плюс, ну там колеса, проект сотки вышел где-то 1600. То есть это как бы такие цены варьируются. Если ты знаешь сразу, что ты хочешь, то это, вот конечно, в Урал дешевле. Сколько вы планируете вложить? Так, ну если смотреть именно по материалам, ну это будет где-то 1900 миллион. Это только материал, не считая работы. Ну работа так, как свои сотрудники, никаких проблем с этим не должно быть. Ну это будет какой-то лакшери дом на колесах, да? Ну можно сказать, да. Чтобы дядька чувствовал себя нормально. Чтобы он туда еще и багги загонял свои. Кстати, об этом я тоже думал, если честно. Ну сзади что-нибудь сделать, какой-нибудь прицеп на самом деле. Для Урала все равно, что тащить. Вот смотри, вот нас слушают люди там, и вот... Чувак с бородой стоит, на меня он смотрит. Он спрятался. Да, и он работает, допустим, в офисе менеджером, а хочет построить какую-то крутую тачку. И вот дай совет, скажи, Витька, вот
чтобы построить крутую тачку, нужно вот это, вот это, вот это. Может быть, есть какие-то способы, как привлечь инвестиции сюда? Или вот как правильно, кому правильно подойти, чтобы тебе помогли построить тачку? Вот я хочу тоже с Витькой построить тачку. Как нам быть бедным студентом? Ну, слушай, вот просто начало скажу вообще, как у меня это все началось. То есть вообще, как я начал зарабатывать деньги. Mm-hmm. То есть я рассказывал, но сейчас я тоже могу сказать. Первым делом я взял у нас была возможность у своих же родителей мойку в аренду. То есть я там постоянно мыл машины, и папа приходил, он думал, что мойщики моют. Но как бы я подходил, помогал. И когда он приходил и видел это, он меня ругал, говорит, что ты делаешь? Как бы есть работа. Я говорю, ты понимаешь, что надо машину быстро отдавать, чтобы еще машины заезжали, ты быстро обслуживал и выпускал. То есть я оттуда начинал и уже потихоньку то тут, то там, короче, ну, вертелся. А так, если брать вот сейчас, что делать, нужно, наверное, что-то дать людям, то, что им реально интересно. То есть это, не знаю, по крайней мере, если посмотреть по нашему видео, я вообще в начале наших выпусков не особо не разговаривал. Это Жека, то есть он у него там умеет говорить, все рассказывать, все четко, красиво. А я вообще в кадр даже боялся попадать. Ну, я, знаешь, типа там стеснялся. У нас там первое видео со 140-м было. Я как-то так, знаешь, спокойно со стороны. Короче, Витька, если у нас обратись с тобой... к Жене, он тебе подскажет сразу, что надо делать. Если у нас с тобой не будет мойки, нам не съедет ни один проект. Где-то ищем бабки. То есть... Проблему он нам не решил, мне кажется, только подкинул. Нам теперь нужно найти мойку, чтобы взять ее в аренду. Серег, надо просто подойти к Жеке. Жека все расскажет, все поможет. Жека, вот, кстати, Black and White. Это да, Жека белый, да? Скажу вообще тоже, откуда все началось. Давай. В свое время мы открыли с другом Black and White Custom. То есть мы сделали, там чуть дороги разошлись, но сейчас мы вообще отлично общаемся. Вот, и прошло время. Потом... открыл Black and White Bar. Это как раз мы открыли с Жекой. Не, я понятно, что да, Black and White Bar, Black and White квартира, Black and White детский сад. Не в этом дело. Почему Black and White? Потому что я Black, там первый человек. В общем, был, ты, Миша, ты, да. Я да, Black, первый я человек. В любом случае Black. Ты, в общем, черный и берешь какого-то беленького к себе, да? Ну, как бы это мои друзья. У тебя кастинг. Да. У тебя так, ко мне в партнеры могут войти только блондины. Да? Голубоглазые блондины. Черный уже есть, поэтому... Вот. Со мной бы не прокатило, да? У тебя упал этот У меня микрофон. Сыпется, да, я выпадаю, по утрам у меня все отваливается. В общем, никакой темненький с тобой не сможет сотрудничать. Ну, тяжело, наверное. Это я понял. Давно не загораю, можно так сказать. Тут у меня много вопросов, я вернулся к вопросам. Ты же говорил к вопросу. Ну, просто интересно, я посмотрел, какой проект на Афроде было жалко больше всего. И я такой подумал, а вы чего, их тоже уничтожаете? Ну, ты знаешь, что я на этом Лексусе как раз своем, первый, куда я поехал, так это поехал зимой в лес. То есть у меня там оторвался передний бампер, задний бампер. Ну, ребята, наверное, не дадут соврать, у меня порог загнулся, я встал на него, прыгнул, и он выровнялся. То есть нет, понятно, вы просто богачи, с жиру беситесь. Вот мы с Витькой бы, если поехали, и у нас отвалился бампер, да, мы бы все, вызывали эвакуатор, не знаю, вертолеты, чтобы отвезли. Ну, жалко, реально жалко, что-то строишь, вкладываешь, а оно раз и ломается. Это ты взял, бабла кинул, тебя починили. Не, ну, а почему? Вот, допустим, первый раз, когда мы поехали, бампера, окей, я покупал вообще машину в обвесе Хан, мне свои родные бампера просто дали, и я решил, что, типа, красивые бампера оставим до города, а для оффроуда мы берем обычный, то есть который можно, если что, пойти купить там тысяч за 10-15. 10 бамперов берем в запас, можно раздолбать все остальные, а одни красивые, которые никогда не станут на машину, будут лежать в гараже. Ну, можно сказать так. Так, вот смотри, если выбирать между проектами, да, вот брать какие-то проекты, к чему больше лежит душа, к русским тачкам или к иномаркам все-таки? Вот какие проекты тебе больше нравятся, интереснее работать? Ну, конечно, интереснее с иномарками, потому что там все-таки более правильный подход к креплениям, там, допустим, вообще к физике. Патриотизма в тебе нет. То есть мы возьмем российский автопром. Подожди, у меня там стоит Нива, на которой я чаще езжу, чем на Лексусе. Просто если она новая, ты хочешь проект, да, брать? Если новую берешь, ты все четко, за ней следишь, и никаких проблем нет. То есть я езжу 5000, и постоянно газ в пол, и еще ничего не ломается. Тьфу-тьфу-тьфу.
То есть ты берешь, по сути, новый российский автомобиль, его дорабатываешь. Чуть-чуть, да. Там, чисто для своего комфорта. Чуть-чуть, да. Катаешься. Берешь за 600 тысяч, вкладываешь туда еще 2 миллиона, и на нем можно, в принципе, ездить. Итак, российский автомобиль обходится нам в 2 миллиона 600 тысяч рублей. Понял, Витька? Нам сколько с тобой нужно машин помыть, чтобы сделать себе хороший российский автомобиль. Поэтому сразу легче взять за 600 тысяч иномарку и ничего с ней не делать, ездить, правильно? Ну вот Веста сейчас выпустили. Вот, ну, Веста у нас есть. Веста Кросс. Так мы катаемся, вообще идеальная тачка. То есть там так комфортно сидеть в ней. Просто... Тебе сейчас заплатили, что ли? Нет, я тебе клянусь. Мы взяли, вот, рабочие взяли, передвигаемся. Иногда, когда у нас машины стоят где-то, я беру, на ней катаюсь. И там так мягко все переключается. Вот я серьезно, вы, наверное, видели по моим историям в Инстаграме, что реально на Весте я гоняю, и мне реально круто. Вы верите чуваку, который ездит на Лексусе, самым известным в России, что он ездит на Весте? Да. Сколько тебе заплатили за эту рекламу? Да нисколько еще. Нисколько. Реально удобная тачка. Просто если что-то ломается, ты можешь пойти быстро купить. То есть это машина просто запасная, если что, как там. Сразу понял, если сломался, пошел сразу рядом здесь, зашел за углом, купил запчасть, поставил и поехал дальше. Скажи, а вот вы зачем ведете блоги? Ну, то есть вы кайфуете от этого? Или это вот чтобы хайпануть, бабок заработать дополнительных? Ну... Вообще, как бы у меня основная работа – это коммерческая недвижимость. То есть это то, как бы, чем я основным занимаюсь. Витька, забыли про мойки. Коммерческая недвижимость – основная его работа. Вот, то есть мы сдаем помещение в аренду. А так вообще все началось с проекта Mercedes 140-й. То есть я решил купить себе Мерс. И Жека сказал, давай, а он ну, снимал как бы видео всякие, там, свои, ну, как это называется? Мне нравится ваша история. Так, я купил Lexus, я купил Мерс, я купил Урал, а Жека говорит, а Жека разговаривает, а Жека вот все знает. Жека просто говорит, а ты все покупаешь, да? Можно сказать Жека так. Офигенно пристроил, я перекрашусь в блондина, замутим с тобой еще один какой-нибудь. Да нет, но он просто умеет разговаривать, да я тебе так скажу, что я бы просто, наверное, вот даже сейчас, ну вот в нынешнее время я беру камеру и не знаю, что говорить, я теряюсь один на один с ней. А как только, допустим, с тобой разговариваю, камера со стороны, в принципе, вот, ну как бы нормально. И, соответственно, когда вот Жека, это такая, знаешь, определенная поддержка, которая вот, он разбавляет какой-то разговор, и он хотя бы, допустим, дает вопрос или что-то говорит, я продолжаю. Я могу просто садиться, газ в пол, ехать, то есть, ну, как бы в этом плане я вообще все у меня четко. То есть ты больше не блогер, ты строитель, ты работаешь. Ну, строитель, крушитель, все подряд. Ломатель. И на тебе хайпует Жека, я понял. А Жека как раз чувак, которого наняли работать на мойку, понял? Витька, нам тоже надо найти какого-то такого Жеку. В общем, расскажи про какой-нибудь новый проект, про который еще никто не знает. Нам нужен эксклюзив. Давай, мне по секрету, я никому. Военка СПБ подарила мне Урал. Кто? Военный. Военка СПБ. Военка СПБ. Да, военка СПБ подарила мне Урал. В смысле, территорию, земли, да? Да, все, уральский город. Так. Не, Урал обычный. Ну, обычный старый Урал. То есть он двухмостовый, не шестимостовый. Mm-hmm. Почему-то именно двухмостовый. Мы будем что-то мутить с ним. То есть что? Ну, «Форсаж», наверное, смотрели. Я смотрел «Форсаж». Помнишь, там момент был, когда поезд идет, и рядом такой КамАЗик едет, и да. Такая платформа, и амортизаторы, и каркас такой своеобразный. Ну, короче, ты увидишь, это будет интересная машина. Зачем это? Если кто-то на оффроде застрял, ты подъезжаешь на нем, закидываешь и выезжаешь оттуда. То есть эвакуация, кстати, на оффроде, прям, знаешь, иногда хочется все отдать, чтобы машину оттуда вытащили вместо тебя, и все. Где Жека? Короче, смотри, у тебя есть... 7 секунд, чтобы пожелать всем добра, мира, счастья, здоровья, любви. Просто повтори за мной, все будет хорошо. Подожди, я еще не готов. Давай от себя. Так, да. Ребят, всем спасибо. Мы с Серегой вам рассказали пару интересных моментов по поводу Black and White Team. Всем спасибо, что пришли. На самом деле мы очень рады своим подписчикам, друзьям, за то, что они смотрят нас.
Да, это очень круто, что вы, ребята, пришли и сели за мониторы. Ты же на YouTube говоришь, кому ты говоришь спасибо, что пришли? Всем зрителям. Вот им скажи спасибо, что пришли, они ногами пришли, не как ты. А вот там спасибо, что смотрите. Black and White, Тим Элкин, где-то Жека. Мы обязательно с ним когда-нибудь познакомимся. Всем хорошего настроения. Тащите свои задницы сюда, если вы еще не здесь. Это Авто Роял Шоу 2019. Роял Авто Шоу 2019. Шоу Роял Авто 2019. Это самая крутая выставка, автомобильная выставка в Санкт-Петербурге. Счастья, добра. Мы переключаемся на наших ведущих. Здесь, внутри, ребята, вы, взгляды туда. Ты будешь автографы раздавать? Я теперь буду всех. После вчерашнего факапа. Я с академиком, да. С академиком, да. До сих пор извиняюсь перед господином Константином, академиком. Костя, прости, я не хотел, но все остальные хотели. Но ты же жив? Жив. А мы переключаемся на Цигу. Цыга, ты там где? Как дела? Где? Друзья мои, всем еще раз доброго дня. Мы находимся сейчас также на экспо-форуме. И прямо сейчас позади меня расположен технический парк. Падок, который называется, где припаркованные автомобили участников, которые так катают дрифт-такси. Любой желающий может подойти к этой палатке, взять шлем, сесть в автомобиль пилота, пристегнуться как следует и выехать на площадку. Уже у нас проехал Эдуард Николаев, завтра будет Сергей Кабаргин, Диди Каба. И вы это все увидите в прямом эфире на Royal Auto Show. Итак, друзья, на самом деле есть еще особенные экспонаты, на которых можно прокатиться не одному, а вдвоем. И даже, друзья мои, втроем. Вот представитель Tsunami Factory Антон Грушин. Привет. Здорово. Сколько людей сегодня прокатил? Не знаю, человек 20. Тут вон есть специальная полочка для билетов. Покажи, сколько билетов у тебя. Вот так выглядит, да, билет? То есть ты приходишь, покупаешь билет, выбираешь сам автомобиль и либо... Сам либо тебя сажают там, как выберут маршала. Но можно самому выбрать. Я понял. Но я знаю, что ты раньше ездил в 90-м кузове, сейчас ездишь в 100-м. Тебе больше нравится? Одинаковые абсолютно машины по рулежке. Внешне она гораздо привлекательнее и народу больше нравится. А то, что сзади тебя, когда ты едешь в дрифте, кто-то сидит. Как тебе ощущение? Нормально? Чуть больше инерции, а так все то же самое. Никто тебя там не подставлял, веревку не накидывал, там ничего? Нет. Все отлично. Я понял. Линчес не было. Я понял. Ладно, хорошо, друзья. Поэтому подходите, пожалуйста, присаживайтесь в автомобили, в любые, которые вам понравятся, и катайтесь в дрифт-такси. На самом деле автомобили Сергея Кабаргина уже готовы. Они здесь. Осталось только откинуть борт, выкатить и начать дрифтить. Вот, друзья, на этой самой площадке. Площадка на самом деле не совсем скоростная под вторую передачу, но все-таки эффект шоу и вау-эффект создается, несмотря на то, что она не совсем большая. Поэтому, друзья, приходите и посмотрите на это своими глазами.
Давай! Отлично! Два, один, два, поехали! Го-го-го-го-го-го-го-го! Еще один дубль, не успеваем, да? Один, поехали! Волна, волна, пошли, 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 Также, друзья мои, любой желающий может прийти сегодня на Royal Автошоу и приобрести фирменный мерч компании Сей. Здесь, как всегда, очень много народу. К сожалению, Тони мы не успели застать за его любимым действием, но зато есть у нас представитель компании. Привет, как тебя зовут? Привет, меня зовут Петр. Петр, ну скажи, много народу покупает сегодня Сей? Да, народу у нас очень много, действительно. Ну вот сейчас легкий момент, когда на сцене экшен и есть... момент передохнуть. Что в основном приобретает сейчас молодежь? Какую одежду, какую футболку? Или кофту, либо, может быть, какие-то шевроны или наклейки? Что именно? Слушай, ну, конечно, идут трендовые вещи, типа Сильви, Маня у нас там прекрасная, да, футболка. И мелочевка, типа брелки, ланьярды. Вот это все отлично идет всегда. Я понял. Ну, мы желаем вам хорошей продажи, поэтому, друзья, подходите к стенду и приобретайте различную атрибутику компании Сей. Ну, я и предлагаю, наверное, у самих клиентов компании узнать, что они хотят приобрести. Привет, как тебя зовут? Саша. Саша, что ты хочешь приобрести? Я пока не знаю, смотрю, просто как бы сам во все это одет. А что вообще в планах? Вот стоишь перед стендом, что вообще в планах? Вообще футболки, как бы, ну, здесь некоторых нет, поэтому, как бы, скорее всего, поеду в магазин, и там буду уже смотреть, что есть. Вот. Типа вот с такими рисуночками, которые посылают тебя куда-нибудь. Ну, ты доволен, тебе нравится? Да. Отлично, ну, желаем тебе хороших покупок. Спасибо. Что, друзья, подходите, приобретайте. Также, друзья мои, не обошлось, конечно же, с присутствием компании Trailhead, где вы можете приобрести еще один фирменный мерч. И не только самой компании Trailhead, но также коллаборации Royal Autoshow, Drift Army и Evil Empire. Вы можете подходить в палатку Trailhead, попросить такую футболочку, померить ее обязательно и приобрести. Также есть различные ароматизаторы. И, конечно, кепки. Ну и всеми любимые носки. Поэтому приходите и к стенду Trailhead также и приобретайте фирменную атрибутику с Royal Autoshow к себе на память.